И, в общем-то, на сегодняшний день сумма, общая сумма задолженности составляет 1 427 000. Поверьте мне, эта сумма настолько уже велика, что я просто не знаю, что делать. Я обращался уже в казначейство городское и обращался к Валентине Ивановне. Пока, в общем-то, к сожалению, никаких продвижек нету. Казначейство меня направляет к Бондаренко Валентине Ивановне. Валентина Ивановна, в общем-то, наверное, тоже правильно говорит, что счета все отправлены в казначейство. Ну и вот я себя чувствую в виде футбольного мяча, который гоняет с одной половины поля в другую. Ситуация сейчас для меня настолько сложная, что я теряю людей, я теряю сотрудников. Они сейчас готовы взять транспаранты и прийти сюда и митинговать, и требовать свою положенную заработную плату. Уважаемые члены комиссии, уважаемые друзья, прежде всего, а с каждым из вас у меня нормальные отношения связаны. Я прошу вашей помощи. Больше мне обратиться некуда. Я иду ко дну. Причем я иду ко дну, я не прошу милости. Я ничего не прошу. Дайте мне каких-то денег, чтобы рассчитаться с людьми, дать людям зарплату.